В детских садах Твери прошли акции, посвященные Дню полярного медведя и бережному отношению к природе. Один из участников – детский сад номер 136, который более 20 лет работает по экологическому направлению, открыл выставку работ, посвященных хозяину Арктики. Экологическое воспитание должно начинаться с юных лет, считают воспитатели этого детского сада. Такие тематические акции дают новые знания, объединяют детей, родителей и педагогов. Я хочу, чтобы люди не загрязняли нашу планету и в том числе Арктику. И чтобы белые медведи и здоровье у них чтобы было хорошее. С помощью викторины, игр и квестов ребята побывали в гостях у белого медведя, познакомились с миром Арктики, узнали, чем мишка питается и как спасается от сильных морозов. Главный враг белого медведя – человек. Вместе с родителями воспитанники детского сада оформили выставку, посвященную хозяину Арктики. Здесь можно увидеть бумажных, пластилиновых, вязаных медведей и даже мишек, вышитых крестиком. Подобные экологические акции прошли в большинстве детских садов Твери.